Доброго времени суток, уважаемые зрители, с вами снова Автор-канал СН-65, и сегодня мы продолжаем рубрику различных механизмов. Ладно, не будем затягивать, приступаем непосредственно к самому ролику. Первым на сегодня нашим механизмом будет лавовая дверь. Вырываем два блока, ставим сюда каменные кирпичи. В данной постройке я буду использовать именно данный блок. Далее здесь также оставляем каменные кирпичи. Раз, два, три блока. Вот таким вот образом. Так, далее здесь накрываем. И здесь делаем аналогичным образом. А здесь мы уже ставим еще два каменных кирпича. Ну, уже вот таким вот образом. То есть не два каменных кирпича, а два раздатчика. Сейчас вы поймете, зачем это нам нужно. Далее загружаем сюда лаву. Такс. И сюда также. Далее здесь ломаем пару блоков. Сюда липкий поршень, который у нас должен смотреть обязательно вверх. И сюда наблюдать вот таким вот образом. Сюда две кнопки. Нажимаем. И мы получаем вот такую вот работающую лавовую дверь. То есть вот у нас лава протекла, и через нее нельзя пройти на выживании. Далее нажимаем еще раз. И наша лавовая дверь открывается. Вот таким вот образом. Хорошо, двигаемся далее. Итак, следующим нашим механизмом будет скрытые ступени. Итак. Я знаю, что данный механизм многие уже знают, но я все-таки решил его показать. Итак, для этого нам понадобится немного полированного андезита. Ставим его вот таким вот образом. И липких поршней. Ставим их вот таким вот образом. Вы можете делать данный механизм сколько угодно блоков, то есть ступеней. Но я, допустим, сделаю вот во столько. Такс. Далее сюда мы должны поместить ступени из какого-либо блока, который вам надо. Допустим, у меня это будет андезит. Помещаем их вот сюда. И далее здесь мы должны поместить ступени из полированного андезита. Вот таким вот образом. Так, и вот здесь также. Так, далее мы делаем вот такую вот стену, чтобы это все у нас смотрелось, будто здесь ничего нету. Ну и про это мы также не забываем. Здесь мы также заделываем. Так, и далее проводим пыль красного камня. Начиная от этого поршня. Вот таким вот образом. То есть вот она у нас соединена. Далее мы ее вот так вот должны завернуть. И проложить вот до сюда. Ставим здесь вспомогательный блок. И далее сюда рычаг. И мы получаем вот такие вот скрытые ступени. Когда вам надо, вы можете их выдвинуть и подняться. А как только вы там, допустим, что все, что надо, вам сделали, закрывайте. И все. Их не видно. Всем спасибо за просмотр. Лайки и подписки на мой канал, ведь меня 90% смотрят без подписки. Также оставляйте комментарии, с вами был снова Санж. И до новых всем встреч, всем удачи, всем спасибо и всем пока.